Рад видеть вас на канале Девайс. Сегодня на обзоре материнская плата от компании Gigabyte. Модель B660M DS3H AX DDR4. Надеюсь, что вам понравится это видео. Буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту материнку. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и разных девайсах к ним. Материнская плата Gigabyte подойдет для создания мощной системы в компактном исполнении. Модель соответствует типоразмеру MicroATX с высотой и шириной сторон 244 мм. Основой платформы выступает чипсет Intel B660 и сокет LGA1700, что позволяет задействовать широкий модельный ряд процессоров. Также материнская плата поддерживает установку видеокарты стандарта PCI-Express 4.0X16. Максимальный объем оперативной памяти может достигать 128 гигабайт типа DDR4 с частотой до 5333 МГц. Для ее установки предусмотрено 4 DIMM-слота. Файловое хранилище может быть представлено 4 дисками SATA, а также 2 накопителями типа M2. Качественная подсистема питания – это комфортный температурный режим для ЦП и стабильная работа системы на максимальной частоте при любом уровне нагрузки. Реализована она по схеме 6 плюс 2 плюс 1 фаза. Твердотельные конденсаторы призваны ускорить отклик системы за счет сокращения времени на выполнение переходных процессов. Материнские платы Gigabyte B660 готовы к работе с устройствами PCI-Express 4.0, пропускная способность которых, как ожидается, будет в 2 раза выше, чем у текущих устройств PCI-Express 3.0. Чтобы достичь такой скорости и поддерживать хорошую целостность сигнала, Gigabyte использует печатную плату с низким импедансом, обеспечивающую максимальную производительность. Поддержка DDR4 XMP профилей до 5333 МГц и выше. Gigabyte предлагает протестированную и проверенную платформу, которая обеспечивает надлежащую совместимость с профилями до 5333 МГц. Выше. Все, что нужно сделать пользователям для достижения такого прироста производительности, это убедиться, что их модуль памяти поддерживает XMP, а функция XMP активирована и включена на материнской плате Gigabyte. Оптимизация гибридных ядер. Благодаря новой гибридной технологии Intel, компания Gigabyte эксклюзивно создала 2 новых профиля BIOS, чтобы соответствовать различным пользовательским сценариям. Активируйте профили P-Core и E-Core в политике напряжения. Надежное охлаждение с радиаторами Thermal Guard. Энергоэффективное решение Gigabyte M2 Thermal Guard. Продолжительность срока службы M2 SSD накопителей зависит от надлежащего охлаждения. Своевременно и эффективно рассеивая тепло, фирменные радиаторы Thermal Guard в составе материнских плат Gigabyte не допускают падения производительности M2 накопителей вследствие перегрева микросхем флеш-памяти. Функция Smart Fan 6. Smart Fan 6 содержит несколько уникальных функций охлаждения, которые обеспечивают сохранение производительности игрового ПК, сохраняя при этом прохладу и тишину. Разъемы Gigabyte могут поддерживать PWM и DC регулируемые вентиляторы и помпы. Пользователи могут легко настроить обороты каждого вентилятора на основе различных датчиков температуры по всей плате с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса. 2,5-гигабитный сетевой адаптер. Встроенный 2,5-гигабитный LAN обеспечивает сетевое подключение до 2,5 гигабит с как минимум в 2 раза более высокой скоростью передачи по сравнению с обычной сетью 1 гигабит, идеально подходит для онлайн-гейминга. Модуль Wi-Fi 6, беспроводное решение поддерживает стандарт 802.11ax, обеспечивает плавную потоковую передачу видео, лучший игровой процесс, наименьшее количество разрывов соединений и скорость до 2,4 гигабита в секунду. Кроме того, Bluetooth 5 обеспечивает 4-кратное увеличение дальности по сравнению с Bluetooth 4.2 и более быструю передачу. Gigabyte B660 M поддерживает новое поколение универсальных разъемов USB Type-C со скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду. Hi-Fi аудиоподсистема, high-end аудиоконденсаторы. На материнских платах Gigabyte устанавливаются аудиоконденсаторы high-end класса. Такие компоненты позволяют с высокой достоверностью воспроизводить генерируемый сигнал,
функционал, обеспечивая великолепное звучание и реалистичные спецэффекты в играх. Антишумовой экран. Материнская плата Gigabyte оснащена антишумовым экраном звуковой подсистемы, который минимизирует воздействие помех и наводок на чувствительные аналоговые компоненты аудиотракта на уровне схемотехники печатной платы. Gigabyte B660 оснащена цельнометаллическими 8-контактными разъемами питания ATX для обеспечения стабильного питания при разгоне процессора. Технология Q-Flash Plus. Благодаря фирменной технологии Gigabyte Q-Flash Plus для обновления микрокода BIOS, вам даже не нужно устанавливать в систему процессор, память, графическую плату и вызывать меню BIOS Setup. UEFI BIOS. В упрощенном режиме UEFI BIOS сразу видны все ключевые параметры системы и данные аппаратного мониторинга. Он идеально подходит для быстрой первоначальной настройки компьютера. Расширенный режим UEFI BIOS предназначен для глубокой настройки компьютерной системы и предлагает встроенную функцию поиска нужных параметров. Gigabyte RGB Fusion 2.0. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и расширенный функционал приложения RGB Fusion 2.0 позволяют быстро и максимально эффективно настроить подсветку любого совместимого с данной технологией устройства. Объединяйте в одну схему подсветки материнскую плату и графический 3D-ускоритель, периферийные устройства и другие компоненты. Придайте вашему игровому ПК уникальный неповторимый облик и поделитесь персональными профилями с друзьями. Gigabyte EasyTune – это простая в освоении фирменная утилита, которая позволяет выполнить тонкую настройку параметров системы, в частности отрегулировать напряжение питания и частоту ЦП и модулей ОЗУ в среде Windows. Благодаря функции Smart Quick Boost одним щелчком кнопки мыши можно инициировать процедуру оверклокинга в автоматическом режиме, добиваясь прироста производительности системы, когда это необходимо. System Information Viewer. Фирменное приложение System Information Viewer – это ключевой элемент в составе ПО Gigabyte, которое позволяет оценить текущее состояние системы. Мониторинг параметров базовых компонентов, в частности тактовый генератор и процессор, выбор предпочтительной скорости вращения вентиляторов из перечня доступных профилей, оповещение пользователя при превышении пороговой температуры или возможность вести журнал учета поведения, а также быстрый просмотр информации о системе. Напоминаю, что подборку лучших цен на эту материнскую плату вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!